Всем привет. Ребят, начну сразу с дела, так сказать. Просили мне показать литье силиконовых приманок. Ну, для себя, например, если вы хотите, не на продажу, а для себя, например. Вот был у меня комплект, что-то подзаказал, вот недавно пришло, заказал силикон. Вот так силикон приходит, 5-литровый вот я, пластизоль, вот что она пишется. Двенашечкой. Сейчас вот лью двенашечку. Самый оптимал. И игра хорошая, и, в принципе, довольно крепкая. Вот приходит в таких вот 5-литровых бачках. Ну, я себе для станка брал. Вам, например, если один взять, ой, вам на всю жизнь, наверное, хватит этих приманок налить. Формы. Вот это, наверное, ради прикола. Еще ни разу я не продавал. Отольем попозже, покажу вам. Даже какая теория, я не знаю, о, больше ладони. Вот, вот эту приманку я сегодня уже разловил на видео на YouTube. Вот такой вот виброхвостик. Дальше, есть вот такие вот открытые приманочки, видите? Сверху она открытая. То есть вы отсюда льете, можете там со стаканчика, например, даже налить. Ну, зажимать ее все равно надо. Можете пузико красненькое сделать, потом залить тело. А потом уже спинку другим цветом. То есть трехцветочку можно сделать в такой форме. Есть, смотрите, миксовые. Вот такая вот миксовая форма. Видите, идет у нас 5 приманок разных. Ну, длина, конечно, у них одинаковая. Ну, вот 5 штук вы можете лить. Вот, в принципе, что я сейчас хочу отлить, это виброхвостик. Такая приманка, но ее плохо видать. Ее отольем. Это больше, наверное, щука. Спрашивали по, ну, чем делать, хотел сказать, по снастям. Смазка такая нужна, кисточка нужна, шприц, вот он такой вот шприц идет, это второпластовый, по-моему, правильно. Его надо прогреть перед началом работы, чтобы он тепленький был, чтобы у вас силикон сразу не затвердел. Дальше, вот такие вот зажимчики. Есть, покажу сейчас вам. Опа, достану. Есть вот такие вот, смотрите, я брал. Они дорогие. Видите, зажимает, бак, зажал, задавил, отпустило. Все это херня. Выкинуть его. Обычные вот эти дешевенькие берете, зажимает нормально, держит, а у того уже пружина что-то там проскакивает. Вот у меня их есть. Не знаю, сколько, 4 штуки, но мне хватит 4 штуки. Если большие формы, вот такие вот, наверное, надо будет уже двумя зажимать. Если маленькая, то одним зажали. И, в принципе, все. Вот рассказал. Вот так вы можете купить себе комплект. Шприц, форма, силикон. Ну и краски, какие вам нужны. У меня там их куча, конечно, видали, может, ящик мой. Ну, а так, что взяли машинку зеленый, то и все. И, пожалуйста, ледь. Есть двухцветки, например. Я двухцветками не страдаю, я ловлю на одноцветке, в принципе, мне это не надо. Единственное, можно сделать там хвостик красный, все. Другие двухцветки я сильно так не уважаю, это, мне кажется, все ненужное, так сказать. Я ловлю на такие, нефиг выдумывать. Ну, в принципе, вот рассказал, сейчас вам покажу, как я проливаю. Завтра рыбалочка, сегодня пролью. По поводу силикона, сколько он сохнет, 3 дня, по-моему, ему надо отстояться. Ну, а так он со временем все равно становится деревянным, как на Алиэкспрессе. Ну, то есть такой, как резина. Я делаю приманочки помягче, потому что все равно игра другая. Пусть она, приманка, лучше рвется, но зато она ловит. Ребят, перед использованием хорошо прям мешайте. Потому что может тогда остаться вот тут утвердитель. Вы посматриваете, чтобы белого не было. Все равно осадок получается есть на нем. И надо замешивать хорошо. Потому что если вы до конца не перемешаете, у вас может быть не та плотность, которая вам нужна. Ну, твердость я имею в виду. Сейчас вроде хорошо перемешал. Лейте с тем учетом, что силикон чуток подымется. Например, вот вы налили. Я думаю, он еще чуть подымется. Немного, но подымется. Как тесто. Ну вот, видите, ребят, силикон готов. Полностью прозрачный. После этого можно добавлять уже краску, еще что-нибудь. Подсвечиваю фонариком. Свет плохой на кухне.
Вот такой вот, смотрите, пузырьков мало, а это очень хорошо. Мне прям вот этот силикон сразу пришел по душе. Я 5 литров на пробу заказывал, кончился, вот сразу 15 заказал себе. Сейчас будем добавлять краску. Ну все, силикон, ребят, готов. Так, убираем в край, который не будем заливать формы. Так, это сюда. Это я взял чисто для себя лить. Сейчас посмотрю, как у нас будет данные формы ловить. Виброхвосты. Если все меня устроит, а меня уже устроило, в принципе, я уже их обкатал, все ловит у нас, то буду заказывать себе еще. Ну, уже под шприц, чтобы их продавать, например. Потому что я данными приманками не пользовался и на них ничего не ловил. А так брать нельзя. Надо узнать, какие ловят, а потом брать. Ну вот, да, допустим. У меня есть, я покупал себе фен строительный, чтобы прогревать шприц. Но мы можем сделать вот так. Мы набираем. Набрали, да? И тут же вылили. Все, он прогрелся, шприц. Теперь набираем. Шприц набрал. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Все. Теперь, видите, чуток давлю. Все, пошел. Воздуха нету. Пошел силикон нормальный. Оба. Надо чуток подождать, чтобы она постояла. Есть. Чтобы у нас силикон, воздух с него вышел, чтобы не было ваших приманочек никаких воздушных пробок, так сказать. Ну, мне без разницы, в принципе. Я лью это сейчас для себя. Пускай там будут эти пробки. Они мне не мешают. Все. Оба. Вот эту форму взял первый раз попробовать. Не знаю. Чисто для себя попробовать. Все, залил. Остатки. Что успели, выдавили. Вот, на шприце вот это собрали. В край кидаем, потому что будет. Сейчас следом будем заливать, а там будет вот этот шмурдяк плавать. Его потом уже перетопим. Зальем тоже эту форму. Видите, какая она здоровая. Не знаю, шприца моего хватит, на нее не хватит. Но мы попробуем залить. Мне интересно вообще, что за приманка будет. Так, подсвечиваем фонариком. По-моему, эту первую залили. Не знаю, засохло, не засохло. Это у нас машинное масло. Смотрите, сейчас поближе вам покажу. Машинное масло с красным оттенком. Есть зеленым, есть красным. Я лью вот сейчас красным. Опа. Вот, пожалуйста, идите ловите рыбу. Следующее. Для себя, ребят, они стоят копейки, если для себя лить. По сравнению с покупать. Во! Вот это виброхвостик, смотрите. Видите, блин, камера сейчас сведется. Такой вот он. Зачет. Сегодня просто судак от него дурел. Ну, конечно, Киога показался намного лучше. Вот эту форму ни разу не заливал, ребят, ничего умничать не буду, рассказывать за нее. Как она тут заливается. Такая вот получилась приманка. Видите, спина неровно, надо, наверное, на ровном месте заливать. Ну, такую, не знаю, попробую приманку, тоже взял попробовать. Так, давайте сейчас зальем, тоже взял себе цвет. Интересный, хочу его тоже попробовать. Вот такой вот цвет. Сейчас он выглядит, конечно, беспонтово, так сказать. Это цвет лох, ребят. Так он называется. Сейчас мы его зальем. И посмотрим, какие приманочки получатся. И потом заливаем. Следом мы то ли розовый, непонятно такой. Все. Воздуха нету. Этот силикон довольно хорош тем, что пузырьков у него по минимуму.
Оба. Все. Эти есть. Буду лить эти две приманки, так как они мне более интересны для своей рыбалки завтра. Это снимаем. Сейчас будем заливать, ребят, большую. Ну, главное, чтобы шприца хватило. Смотрите, чтобы вы понимали, вот сейчас силикон, он даже не застыл. Я вам примерно покажу, сколько он тянется. Смотрите. Это двенашка. Давайте повем. Офигеть. Ну, прям уже тяжело тянуть. Держал за самый хвостик. Видите, вытянулись. Это она еще не застыла, ребят. Вот такая вот прочность. Так, набираем. Блин, вообще прям интересно, что за приманка получится. Я не знаю, сколько она сантиметров. Оба, главное, чтобы силикончика хватило. Ну, не силикона, силикона-то хватит нам. Шприца. Да не, не хватит шприца, ребят, по-любому. Уверен. Нет, хватило. Так, стой, стой, стой. Теперь мы сверху вот так добавляем. Потому что может просесть. Так, еще попробуем подавить. Оба. Конечно, я неправильно делаю, нельзя так давить. Но фиг его знает, я ни разу не проливал такую приманку. Вот и поглядим. Сохнуть она будет, наверное, долго. Представляете, почти весь шприц. Что тут осталось? Ерунда осталась. Так, давайте вскроем. Цвет интересный. Мне прям самому интересно. О, красота. Красота. Да, больше добавлять и не надо. Блин, ну вот тут я не покажу. Завтра днем вам сфоткаю. Сейчас уже ночью лью. Днем сфоткаю и покажу. Открываем следующее. Оба. Прям форме вам покажу. Видите, какой шикарный цвет. Ну вот я в этом году ловил на такой цвет. Из-за этого я и заказал. Видите, при форме в таком цвете так. Сейчас еще отолью, как раз та засохнет, и поглядим, что получилось. Ну что, ребят, давайте вскроем. Мне прям интересно, блин. Буду такие ради прикола продавать. Еще цвет флагом России делать их. Прикиньте, теогу. Взять ее завтра закинуть. Офигеть. Не, ну видите, надо чуть сильнее было продавить. Первый раз лью. Смотрите. Офигеть. Ну я вам днем еще покажу размеры. Не знаю, с чем вам сравнить даже. Ну вот, на руке я ее положу. Видите, какая приманочка. Офигеть. Вот пока что есть. Сейчас еще заливчик и достаточно. Завтра днем покажу, что за цвета получились. Вот, ребят, цвета какие получились. Такой вот. И вот этой большой приманки. Красная такая машинка.